говядину отдавать, они так сильно. А какой худой? Что у него там это сзади творится? Худоватый. Худоватый, да. Марсель, он когда вот из-за еды он на всех агрессирует. Ну я ему уже рульку дала, хорошую. Ну так рульку-то съел уже. Алекс, не ходи туда к Марселю, не ходи. Ты видишь, он злится. Конечно, будет подарок для другого дома. Когда я увидела, что у него желудок там слипается, стенки желудка слипаются. Тяжело смотреть на него. Худой, что-то он прям худющий, еще и. Алекс, лови. Что-то и худой, и грива вылезла. Еще и хромает. А, вон шмель еще вон. Сейчас не надо. Ты да. Такой большой. Привет. Давай обойдем круг. Алекс, а ты не пойдешь круг? Видишь, у него там царапины. Это не лес? Что говорят тигры? Тигр вот там белый. О, мясо. Все. Поймал. Все, твое, твое. Не можем, я не твое. Там ближе снимай. Не речи, оно твое. Он прям сюда. Мы дали. Как это быстро у него получается? Это у нас тоже. Я даже на 2 часа. Это маленький. Это львица. А вот это львица, Саша. А вот это молодой лев. Видишь, у него. Ну, не совсем он молодой. А, уже его подстригли. Гриву потерял, да. Ну, 7 лет ему. А, ну это уже возраст для меня. Нет, это какой возраст? Это молодой лев еще. Сколько же они лет? Ну, в хороших условиях могут до 20 и более прожить. Да? У него там царапины, видите? Ну, тихо, пальцы. Кстати, уже с кем-то это. А вот тут же есть соперники. Нет, гляньте. А, какие красивые. 1, 2, 3, 4. Их много тут. И одна львица. Да.
Как интересно. Ой, там еще где-то. Он там дальше еще лежит. Там вообще отдыхает. Маленький. Спасибо. Он еще маленький. Руки не сувать. Я помню. Погнали к тем. Вот они, красавцы, лежат. Вальяжные какие-то. Сегодня хоть не жарко. Они сегодня.